Обычно автомобильные дизайнеры рисуют автомобили, но иногда берутся за проекты из совершенно других областей. В этот раз отличились сотрудники Infiniti под руководством Альфонса Альбайсы. Видимо, коллектив в полном составе устал использовать в мессенджерах стандартные эмодзи, изображающие неказистый старообрядческий седанчик, безвозвратно отставший от дня сегодняшнего. Руководствуясь принципом «критикуешь, предлагай», дизайнеры премиальной японской марки создали свою версию этого значка, и надо признать, он и правда куда больше соответствует актуальным веяниям автомобильной моды. В очертаниях машинки очень сложно не узнать легендарный Infiniti FX — первый купеобразный кроссовер в автомобильной истории. Огромные диски, узенькие бойницы боковых окон, спортивные очертания — такой эмодзи и правда куда уместнее в современных реалиях. Ну а в придачу работу удалось закончить как раз ко Всемирному дню эмодзи. Да, если вы не знали, такой праздник существует. Время — невосполняемый ресурс, и в компании Infiniti прекрасно об этом помнит. Одна из главных проблем клиентов компании — дефицит того самого времени, необходимого, чтобы пригнать машину на сервис, а потом забрать ее, когда работы будут выполнены. Нередко это становится причиной задержки планового технического обслуживания или необходимого ремонта. И то, и другое машине совсем не на пользу. Именно поэтому японский бренд активно развивает услугу доставки автомобилей в сервис для прохождения плановых профилактических, а также гарантийных или сервисных работ. От владельца требуется немногое. Достаточно согласовать время передачи и получения автомобиля, а все остальное компания сделает сама. Присутствие на сервисе также не требуется. Список необходимых работ менеджер согласует с владельцем по телефону. В заранее установленное время машину погрузят в фургон и увезут в дилерский центр, а после привезут обратно, причем машина вернется идеально чистой. Кроме того, адрес обратной доставки можно выбрать по своему усмотрению. Наблюдать за перемещениями автомобиля владелец может в режиме онлайн через мобильное приложение. Цена транспортировки автомобиля за доставку в оба конца — 1000 рублей. Услуга действует не только в столице, но и в радиусе 20 километров от Московской кольцевой дороги. Важно отметить, что эти условия распространяются на любые автомобили Infiniti, независимо от года выпуска и способа приобретения.